Йо, всем привет! С вами Енот и с вами Чистое Небо Сталкера. Как мы видим, чего заскучали, мужики? Они хотят напасть сюда. И ударить в главную точку. Мы видим, сразу выросли наше количество и прочее. Ты что-то хотел? Да, пошли обратно. Отведи меня обратно. Когда я с ней более тесно заобщаюсь, я смогу им закидывать задания. Так, молодец, ты. Что за себя постоять смог? Кончай уже. Чем я тебе могу помочь? Ничем. Тебе гранатный пистолет надо было? Вот, я вернул то, что ты потерял. Спасибо. И все? В смысле, ты даже денег не дал? Спору нет. Начальству виднее. Как-то тени прорисовываются. Странно. Недостаточно близко. Вот, молодь, хочешь поторговать? Я что для меня? Так, деньги, во. Патроны, флешка с данными модификации ствола для пистолета, пулемет. Гранатомет. Будешь неподалеку? Так. Заглядывай. Оба продам. Сколько? Это что за цены? 32 рубля. Вы что, серьезно? Что за копейки, господи? Сколько ты стоишь-то? 3000. То есть тут торговать чем угодно, кроме дробаш. Ё-ма, корёк. Состояние, вот оно. Продавать-то особо-то и нечего. Ну ладно, пошлите обратно. Да! Так, кто здесь отведет? Он, кажется, тут тех ворот достает. Она прячут. Так, стойте, может, модификация какая-то может уже быть? Может, что-то... Что-то печаль. Внимание, анекдот. Учит, значит, он написал... Есть кое-что. Вернуть предмет. Вернуть предмет КПК разведчика ЧН. Во время ночного разведки попал один из наших лучших следопытов. Нужно, по крайней мере, найти его КПК. Ну, окей. Задание уже... А, теперь... А, сюда КПК. Ну ладно, сбегаем. Учти, что у тебя там? Есть работенка. Есть, я ищу схемы для такого, каких усовершенствий, если вдруг они тебе попадутся. Не спеши выбраться, лучше принеси мне. Гляди, вот список интересующих меня схем. Что, я найду и принесу тебе. Как жизнь. Ну, как видишь, у нас так как обычно. Блин, ну ладно. Ну, стой. Что у тебя там? Сто рублей. В принципе, улучшения здесь не такие дорогие. Точность. Что? Не стреляет дробью. Нет, нафиг надо. Высокое увеличит удобственное обращение оружия. Пусть будет. Повышает надежность оружия и не дает количество осечек. Классно. Пистолет. Увеличит темп стрельбы. Отдача. Отдача лучше по-любому. Вес. Настильность. Все. Что пистолет хороший был. Точность. Это два отдельных или нет? Ладно, пусковую. Давайте точность увеличим. Уж по большей степени я первое время буду с пистолетом бегать. Про заменять только один раз, поскольку. Нет, не нужно. Все, вот это бесполезно. Калаш улучшать пока не буду, он и дорого стоит, да? Так, это улучшили. Ну, с чем бегаю, то и улучшаю.
О, это уже дорого. Броня кевлара. Вес больше. Защищенность. Прибор ночного видения. О, это хорошая вещь. Контейнер для артефакта. Сколько стоит? Да ладно, недорого. Все, минус радиации. Теперь я могу бояться радиации, да? Ништяк. Ну, если найду еще. Термо. Блин, кевлар нужен. Меня сносят еще. Да продам потом дороже. Защита плюс печать кровотечения, термо, электрозащита. Да. Все. По максимуму все улучшили. А вот эти автоматики, ну, не факт, что я с ними вообще берегу. Что? Защитит лагерь, смотровая вышка. Кто здесь? Что хочешь ты? Что тебе нужно? Нормально. Я тебя слышу. Пошли. Так, все, стойте, тут слишком много всего произошло. Я даже сообразить-то не успел, что делать-то. Так, стойте, П. У нас отжали вот эту зону, да? А мне нужно сюда. Хотя там вон наши бегут. Надо бы им помочь. Че, ребята, идем на штурм? Че там? Вообще не долетает, по-моему. Осечка, я ж починил тебя. Ай. Так, бежим, 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 бежим. Черт. А фак. Все, взяли, да? Состояние вроде нормальное. Так, как мы их, а? Как вы их? Да если бы не я, вы бы даже сюда не полезли бы. То есть технически я их разбил. Калаши дорогие, дробаши что-то нет. Видно, слишком распространенные. Надо, блин, для штурма использовать невыгодно. Так, стойте. Все это взяли, мне теперь надо сюда идти. Иди помоги, помоги тем, помоги этим. Блин, а мне кто помогает? Хотя я могу через болото ж бегать, у меня же антирадиация теперь есть. Да, нормально. Конечно, покоцать она меня может. Что-то сталкеры обычно шарятся, вы кто вообще? Так, по пути где-то был тайник, да? Да, вон по пути тайник. Трупы на животных обшаривать можно? А, точно, они же добавили такую возможность в какой-то части. Пусто. Так, и куда мне? Туды. Она делает тут дорог, не пройти, не проехать. Ну, хоть бегать веселее стало.
Ого. Кто-то там затарился и не слабо. Не улучшенный, обычный. То состояние лучше и точность. Ну, благо, я дробаш использую не для сражений, а для этого. Куража против монстров. Так, надо вот здесь разобраться. А что это? Чисто небо, гранаты. Ну что, хочешь смастерить? Дальний тормоз, не знаю, это в принципе работает. Блин, просто я поспешил, надо было все равно не отбили, надо послушать. Ой, сюда уже пошли. Ты что-то хотел? Да не особо. То есть тут бесконечно будет война группировок. Они того, мы их того, они нас, мы их. В чем смысл, я не знаю. Зачем они это сделали, я не знаю. Мы можем впрягаться за какую-то группировку и давать им задания. Я пока иду чисто сюда. Если по пути я грохну пару ренегатов, хуже не будет. Так, они уже рядом. Трое. Собака. Все. Чуть задели, но это не страшно. Кстати, надо было починиться, да? Хорошо, если заменил полностью на кевлар все. Где ты, жмур, валяешься? Где-то тут. Далеко не убежал, к сожалению, да? Так, дальше что? Что, они там взяли его? Еще месяца. А я пока пойду сюда. Там задание, простите. Мне даже не нужно все захватывать. А? Пять. Черт. Так, стопы. Где вы? Птичка у меня одна, да? Кто где? Ты можешь в него попасть-то? Как он убого-то бьет. Что, всех завалил? Ради всех.
Да, то, что аптечек нет, это плохо. Придется сражаться очень осторожно. Взяли. В этой части уже, по-моему, имеет смысл шариться, потому что тут они все парно прятали. Аномалия. А, гранатки нашел. О, они взяли сами церковь, нифига себе. В принципе, нормально, пока я тут беру все, они там берут. И количество ресурсов у них большое, но у них у нас сила отряда больше. Ну, учитывая, если я им буду помогать, да вылези. Ничего нету. Нам главное слушать пики. Пики, пики. Если он пищит, значит аномалия рядом. И пока основное наше оружие, это, к сожалению, пистолет. Так не крути. Но надо было его починить. Я что-то не обратил внимания. На улучшение-то я глянул, а вот на починку нет. Так, вижу аномалии. А это что за место? А, там... Там дальше наш прорывается, офигеть. Мне туда надо. Да, в этой части уже у тебя так не получится заработать. Ну вы видели, ружья продают по 20 рублей. Господи, это что за расходники такие? Хорошо, хоть калашников более-менее дорого пропихнуть. Точнее, АКСУ. Радиация не так страшна. Ренегаты. Надо же, артефакты держит. Можно обойти весь этот хутор. Ударить сюда. Убить парочку, которая... А может сразу ломануть на базу. Чё б нет-то? Задание есть, значит ломанем. А ломанем мы базу или нет, тоже другой вопрос. Что за звук? Ага. Что, сломать можно? Гранаты-то всегда при... О! Гранаты-то всегда пригодятся. Даже ты их можешь никогда не использовать. Их лучше носить с собой. Сейчас ломанем на базу. Попробуем ее взять. Потом ломанем обратно. Конечно, можно их оставить тут сами будет, потому что вот главная база-то будет наша. Фига себе, они уже и тут взяли. А ты кто такой? Проводник? Да ладно. Можно отсюда прыгнуть. А у нас территория-то все больше и больше, смотрите-ка. То есть это просто детектор ночного видения пищит. Ну ладно. Вообще здесь довольно безопасно, мило и спокойно.
Течки — это хорошо. Так, вот их база, да? Да, их там много. Ну, попробуем взять. Раз. 8. Офигеть. Брики в дамке. Быстро! Отходи, отходи от шелупо! Черт, это я зря. Собаки. Фига себе их там. Опа. Да ладно. Черт. Собаки. Поспешил, ой, поспешил. Ну, в принципе, я хорошо шел. Их убить реально всех. Да ладно. Да как так-то? Слишком много, слишком рядом, слишком все. Я же возьму этот лагерь. Да как так-то, блин? Это, походу, может долго продолжаться, надо поменять тактику. Но самый удачный ракурс — это отсюда. Они фонариками не пользуются. Зайти отсюда глупо. Да? Как вы меня увидели? Как? Вы же видели, я совсем аккуратно подошел. Ладно. Ждать, когда придет подкрепление, нафиг надо, сам справлюсь. Хотя интересно, у меня есть уже вызов помощи? Так, история военной группировки. Мы будем захватывать, что делать? Давайте отсюда пойдем. Чики-брики в дамки. Быстро! Отходи, отходи! Как ты меня увидел? Каким макаром? Вы видели? Я вообще даже не светился нигде.
Что-нибудь, детектор там, я не знаю. Так. Так, что это? Да. Анастасия написала. Что написала? Так, нехорошо прилетела мне маслина. Вали, вали его! 13, это же офигеть. Ха-ха-ха, собака подошел. Ну давай, давай! Не мандражу, ну давай, давай! Я ж тебя смотрел, тебя там не было. Я возьму этот лагерь. Конечно, да, это даже не тот сталкер, где я аккуратно играл. Ну блин, а что мне делать? У меня нет ни оружия, нормально, ничего. Мне приходится пока штурмовать. В принципе, это бой, это везение. Ты можешь умереть, да? Где ты, блин? Я все вот этого искал. Офигеть их тут. Нет, я их потихоньку выбью. Сейчас парочку убью еще, и уже начнется проще просто. Поймите, да. Это просто жесть. Причем я ничего не могу уже им сделать, да, получается? Понятно, они еще и сбоку заходят. Все. Не зайдут. Зашли. Собаки. Не мандражу, пацаны. Восемь. Собаки. У них за броня-то такая. Фига себе, что творят. Пятеро осталось. Четверо.
собака. Можешь стрелять? Черт, давай, четверых осталось. Трое. Двое. Ага, видел. Еще вон бежит один. Давай, давай. Пятеро еще. А, братки подошли. Братки, давайте. Братки, давайте быстрее. Четверо. Ох ты ж, господи. Фух. Никого не вижу. Иди сюда. Состояние чуть получше будет. Да я починю сейчас их. А, это мои пришли. Получена информация о тайнике. Где? Сюда, капец, они тут кучкой валяются. Мы захватили логово реникатов. Теперь дело за малым. Установить контроль над трупами. Спасибо, наемник. Без тебя нам бы крышка. Вознаграждение мы тебе на нашей базе приготовим. Я знаю. Без меня вам не просто крышка, вы просто бы вымерли. Да я тут отчаянно мотал время, чтобы спастись и выжить. Где-то жмур, вот он. Фух. Ну, пистолет, конечно, если в голову попадает маслина, то довольно хорошо. Сейчас, стойте. Ничего, да нет? Ну ладно. Ого. 5.45. Да ладно, для калаша патроны. Это вот тема. Так, все, по идее, здесь все по большей степени. Что, сюда теперь надо? В принципе, можем пойти, тут тайник по пути, здесь тайник. Старая насосная посреди болот спрятан раструб рядом с винтиком. Что такое раструб? Штирлиц топил печку третий день, на четвертый она утонула. В нем я и спрятал свой саквояж.
мне бы на базу уже сбегать. Бы. Пойдем сюда. Тебе нужно что, сталкер? Чем могу помочь? Есть кое-что. Необходимо заходить и держать пост под контролем указанный объект. Спасибо, передумал. Он просто нас отправит куда-то захватывать. Мне и так хватает проблем. Че? А, мне перевес. Вот этими патронами я выпробовать точно не буду. Так. Где тут выход-то? Так, энергетик жахни. А ты же не можешь провести? Чего тебе? О. Ого! Патроны 7.62. Жекан. Просто продавливают свою цель. Пуля дротика. Оперативная стабилизирует поле, увеличивает точность боя. Массивное стабильное оружие, способно пробить любой бронежилет. Используется охотничье оружие гораздо так же. Все. Пойдем на базу. То есть ты можешь перевести на все наши захваченные базы. Любопытненько, любопытненько. Так, здесь должны быть чуваки, которым я могу разные вещи закинуть. Один, который хотел гранаты. Мастер. Ты? Вот, я прежде встречался. Спасибо. Выходит, а? Спасибо. Он просто сказал спасибо. Вот, я вернул. Спасибо. Учти, что у тебя там? Запомни, хороший стрелок тот, вот, у которого ствол говорит только по делу. Починить. Этот счет стой такой, ну ладно. Спасибо. Да нет, я лучше тебе продам. Оставлю калаш и все остальное. Калаш бы был лучше. Если есть что починить, давай. Скорострельность. Мне нужно идти сюда. Либо в точность. Конечно, лучше в точность. Офигеть, им дорогой. Чё так дорого-то? Ладно, калаш я пока не могу улучшить. Тупо нечем. Хотя надо бы пройтись по тайникам. Посмотреть, чего они там накидали. Приветствую. Хочешь поторговать? Бронежилет черного неба. О! Доброй тебе дороги! Это 9.18, это 9.19. Топку вот эти дни. Вообще. Всего надо торговать. Да уж. Аптечка дороже мне вышла. Так, а что ты можешь? О, он говорит, он по всем параметрам будет лучше. Хочешь поторговать? Будешь неподалеку? Заглядывай. Торговать. Сейчас мы это тоже улучшим. Что у тебя там? Проблемы с железом я устраняю на раз. Техники почти. Кривые руки, хозяин. Живем с ним на ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец уходит. А запчастей хрен да ни хрена сверху. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвернется. Вот мне недавно нужно было приемник смастерить. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну не цирк, а. Ну да, туго у вас тут. У нас, да, не разгонишься. А вот зато на свалке, знаешь... Говорят, раскопали старые советские схроны. После аварии на ЧАЭС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику там, ну, добро всякое. Думали, что радиоактивное, непригодное для использования.
Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. Кто ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самая что ни на есть золотая лихорадка. Сталкеры диггерствовать со всей зоны потянулись. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что лебеди в кого-то из ребят специально за деталями отправят. А самому тебе тут как? Да как обычно. Чиню оружие и костюмы, улучшаю, в общем, по потребности. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов ребятам понаделал. Оружие, броню, приборы. Все на уровень бы поднял. Словом, если наткнешься на что-то нужное, сразу тащи сюда. Все сделаю в лучшем виде. Ну, понятно. О, ни пуха, ни пера. Ага, радиация, химзащита, либо защищенность. Ну, ночной мне точно нужен. А остальное дорого. Все делать. Офигеть. 2000. Зато радиация минус. Сколько это? 2. Ладно. А что делать-то? А вы кто? Сталкеры. Эти уже сюда ломанули. Так, что это? Насосная станция, да, мне нужна? Я тебе... Так. Рыбацкий хутор, во, пошли. Там тайник, я хочу посмотреть, что там валяется. Да не сюда. Вот сейчас еще возьмут под шумок. Надо было сюда забежать. Так, что я вообще делаю? На, вес проверял, все. Ну, придется бежать туда теперь. Я потом тот район возьму, вы не переживайте. Я себе оружие как раз починил, калаш есть в случае чего для боев. Правда, в этой локации я бы не хотел калаш использовать. Слишком уж он хорош. Куда-то туда надо. Вон туда. Второй отряд придет, офигеть. Мне дали хоть жилет, он получше. Но на кевлар я пока заменить не могу, меня будет пробивать только так. Так, сейчас забежим сюда. Сюда, наверное, пока не побегу. Ломанусь потом сюда. Вот сюда и сюда, если они не разберутся сами. Я-то разберусь, я приду и добью. В отличие от них, то у меня есть Катерел Сейф. Катерел Сейф, но я сказал тоже. А почему-то я не кишарю. Ну, как вы видите, тут цены у них вообще неадекватные. Оружие дешевое. Так, где-то тут. А что не пишет-то? Старой насосной станции посреди болота спрятан в раструб рядом с вентиляцией. Ты что ли? Раструб. Спрятан в раструб рядом с вентиляцией. Не тут. Опа, фига себе. Так.
Конечно, тут не допрешь, куда идти. Давай. Так, теперь куда мне? Теперь да, мне прямой дорогой сюда. Ни аномалий, ничего нет. Четыре? А, это, наверное, свои, которые. Нет. Нифига не свои. Офигеть, не видно ничего. Что здесь происходит? Куда вообще здесь взялись-то? Где я вообще? Отстой вообще! Их же там не было никого. Я же смотрел карту, пусто. Они вдруг заспамились. На тебе. Откуда вылезли? Вот что это за зона, скажите мне? Это разве зона? Нет. В смысле еле удержали? Вы даже не помогали. То есть они тупо спамятся из неизвестно откуда места. Что надо сделать? Найти усовершенствование, я понимаю, но... Они отбили? Так, стойте, мне куда-то туда. Что это? Это наша локация, сгоревший хутор. Блин, тут тайник. Да ладно, вы взяли его? Где он? Где-то здесь ползает. Собака. Вон ползает, я же тебя видел. Я тебя видел. Да блин, надо быстрее болото заканчивать, иначе здесь буду страдать только так. Как болты-то будут?
чё, как? А, меня радиация убила? Ладно, я ещё пока не готов искать. Первая часть была более, знаете, какой-то ламповый, что ли. В этой части прям какие-то войны. Прям реально, просто война группировок. Походу на волне, когда Сан-Андер слышал. Те банды воюют, эти банды воюют. Ужасно мне детектор. Личного видения. Это здесь он уже. Нет, туда. Левее. Туда. Ага, вижу. Просто ветер. Тоже просто патроны. Блин, я-то думал, ради чего-то хоть иду. Я сейчас возьму уже ту точку. Патроны надо бы продавать, потому что этим я пользоваться не собираюсь. Опа, жмур. Электро. Наводка давит. Что это у нас? Воздействие. Где ты? Нереально обойти это поле, вы чё? Ладно, пока забьем на это, обойдем. Вы видели, что вообще происходит? Я тупо подошел, а мне молния. Я даже пугнуть-то не успел нормально. Так, мне надо как-то его обойти. Там вон какие-то сталкеры уже шарились. Пустые! Видно, либо обшарили, либо здание потом будет. Ну, по мозгам било прям, будь здоров. Опа. Попал. Кто вас всех обворовал-то, ладно? Убили. Кто обворовал? Да, конечно. Так, там свои или не свои? Кто там вообще? Ай, радиация. Че, ребята, что тут происходит вообще? Я пьяный. Да иди ты лес. О, это ж Сидоров. Сидорович, нет? Ну, место знакомое, по-моему, где-то здесь должен быть Сидорович. Привет.
На базу, на кордон. Я тебя слушаю. Сейчас дайте я гляну, что есть. Вот аптечки, это нужная вещь. Пусто, обидно. Он меня отправляет либо на кордон, либо на базу. Я могу вернуться на базу. Это нафига мне это надо? Нафига козе баян, как говорится. Но там нет заданий. Могу уйти на кордон. А там и на свалку, и так далее, и так далее. Парады. Ну, тоже пригодятся, не знаю, когда и прям пригодятся или нет, но да ладно. Какая темная серия, слушайте, детектор ночного видения просто ад. Сейчас тут пара домиков еще осталось, я свалю. А, жмур. Красиво лежишь, ничего не скажешь. Ну, монстры здесь стали какими-то тряпками, если честно. Ну, пошли на кордон, раз... А? Тайник? Тебя пробежал, обнаружил вот эту штуку? Ну, ладно. Почему бы нет? Пошли на кордон. Чего тебе? На кордон. Да, снова ты нашим ребятам помог, уважаю. Я уже забыл, как это спокойно на болотах. Но спокойно, как для топика на краю зоны. Ладно, я там разговор. Потопали, пошли. О, границы дождя, видели, да? Военный. Я могу убить военных и получить за это деньги. Служба безопасности Украины призывает к сотрудничеству с добропорядочных и сознательных граждан. Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Ага. Не давайте возможности мародерам укрываться. Фига себе, как мне тут шариться надо. Долг или свобода, вот надо будет выбрать. Ну что ж, это мы выберем уже в следующей серии. Мы вышли наружу. Не знаю, попробовать надо будет ломануть стрелков от этих. Блин, их тут дофига, смотрите. Зато у них лута будет дофига. Поговорить с Игоревичем. Можно будет с ним поговорить. На этих можно пока забить. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.